Следствие установило, что блогер Алексей Навальный в бытность свою советником губернатора Никиты Белых незаконно получил адвокатский статус. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В чем именно была незаконность действий Навального, мы попытались выяснить у президента адвокатской палаты Кировской области. Репортаж Ивана Швецова. Личное дело Навального из адвокатской палаты Кировской области следователи изъяли еще в сентябре прошлого года. По заверению работников палаты, тогда, в 2009 году, все бумаги советника губернатора были в полном порядке. Представил все документы, которые необходимы для сдачи экзамена. Сдал экзамен этот, во-первых, был допущен сначала к сдаче экзамена, после того, когда проверили документы. То есть никаких поблажек там или каких-то льгот для сдачи экзамена Навальному здесь предоставлено не было, да и даже, в принципе, многие члены квалификомиссии даже не запомнили его. Однако московские следователи обнаружили в документах Навального странности, которые могут указывать на то, что некоторые документы Алексея Навального были сфальсифицированы. Навальный предоставил в адвокатскую палату Кировской области справку о том, что он якобы являлся на протяжении нескольких лет заместителем генерального директора компании «Алект» по правовым вопросам. При этом заметьте, что генеральным директором этой компании также являлся Навальный. Таким образом, он сам себя назначил и руководителем, и своим заместителем. А теперь главное. Так вот, по результатам почерковедческой судебной экспертизы, подпись о предоставленной Навальным справке от имени инспектора отдела кадров «Алект» выполнена не ею, а другим лицом. Впрочем, вины адвокатской палаты Кировской области в том, что Навальный предоставил небезупречные документы, нет. Ответственность за достоверность сведений несет сам оппозиционер. Отметим, что на сегодняшний день Навальный числится в адвокатской коллегии города Москвы. Туда он перевелся после того, как уехал жить из Кирова. И пока речь о приостановлении его адвокатского статуса не идет. Иван Швецов, Денис Тружков, Вести, Кировская область.